сейчас я еще раз скажу, потише маленько. Так, да, жаль, конечно. Ребята, приезжаю я сегодня, завтра утром от вас, в Барнаул. Так что молитесь, чтобы Господь мне помог, нам помог. Там приезжают гости аж из Франции, Германии. Дорогие гости. Ну, постараемся их сюда привезти. Так что ведите себя хорошо. Это вы что, получается, два сосуда? Паш. Дядя Витя. Это вообще получается два сосуда? На костре Господа славьте. Не будет даже гитары. Может, дядя Игорь не придет. Дядя Игорь сильно устает. Поэтому пойте без гитары. Понятно? Людмила Анатольевна придет, с ними пойте, чтобы... Костер у нас для этого есть, чтобы мы славили Господа. Не просто баловались. Вы играть-то можете и здесь. Понятно? Будете молиться. Четыре утра я сажусь в поезд. А когда вы встанете в 5, я уже час буду ехать, а там помолитесь о путешествии. А сколько на поезде? 10 раз бейте в колокол. 10 раз? Да. И мы по каждому разу. Я же все-таки не совсем. Сильно бейте на поезд. А вы приблизительно когда придете? Может, дня 2-3. А мы еще, потом еще мы. Так, ну давайте будем молиться. Нам французов. Что, Андрей уже все? Нет, нам этого, как там его? Наш маленький шарик. Чеченца. Да, чеченца. Нет, у нас нет чеченца. Чеченца там найдите. Нестор. Зачем? Нестор. Дядь Витя. Дядь Витя, найдите нам чеченца. Я не говорил. А то, да нас просто поверяют, мы победим одного чеченца с 10 лет. Да зачем вам чеченец? Вот настоящий. Ну-ка. Да его сегодня заводили. Быстренько. Что за такие? Кирилл. За рукавами сходите. Так, все, ребята, посерьезнее. Ну не уезжайте. Надо. А как? Зачем так? Я и так уже в лагере сколько? От звонка до звонка. С 97-го года. Так что надо. А вы какого приедете? Вы какого? Не знаю, как Бог даст. Как Бог даст. Послезавтра. Нашли Тимофея-то. Копытца его посерили. Нашли копытца его. Слава Богу. Надо благодарить Бога, что папа-то переживает, смотрит ролики и смотрит, как ты одет, там, как Тимофей. А Тимофей все нормально. Он меняется на глаза. Молимся. Ноги поставьте прямо, напряженно молимся. Вот Ауд говорит, как мы молимся, так и живем. Если плохо ты живешь, понятно, что ты плохо молишься. Все у тебя что-то не получается. Надо молиться крепко. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сыися исполняй сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися в ны, и очистены от всякие скверны, и спаси, блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого,
яко Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Да воскреснет Бог, и да рассеются враги Его, и да бежат от лица Его все ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так да погибнут бесы от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем, и веселье глаголящих, радости причестные же, отворящий крест Господень, прогоняя беса силу Тебе распятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьявола, даровавшего нам крест честный на прогнание всякого супостата. О, причестный же, отворящий крест Господень, помогай мне со престой Госпожой, Деву Богородицу со всеми святыми во веки. Аминь. Огради нас, Господи, силой честнага, животворящего Твоего креста, и сохрани от всякого зла. Господи, благодарим Тебя за это тихое мирное время. Научи нас ценить каждое мгновение этой жизни и направи наши мысли к горнему, чтобы мы приготовились ко встрече с Тобою, Господи. Помоги, даруй детям страха Твоего, веры и послушания. Удали из их сердец всякую нечистоту, лукавство, ложь, злобу, всякое коварство. И нас умудри, воспитателей. И благослови всех приезжающих в сие место. Приведи те души, которые жаждут встречи с Тобою, ко святому крещению. И найди еще новые души, которые блуждают по всему миру, по миру безбожия. Помоги, Господи. Слава Тебе за все Твои милости и щедроты, за Твое победное всехвальное воскресение. Слава Тебе, Боже, во веки. Достойно есть, о кого истину блажить и Тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово Родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Прими, Господи, все моления наши, воздеяния рук, как жертву вечернюю, пред престолом благодати Твоей, соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе, на земле. И услыши молитвы тех, кто молится о нас во благо нам. И прими наши молитвы, а всех заповедавших молиться о них, да будет все по воле Твоей святой. Аминь. Говори, Господи, слушает и слышит раб Твой. Аминь. Спокойной ночи, просите ради Христа 7 ударов и через 5 минут, чтобы никого не было. Ну, Андрюша, ты остаешься. А остальные уже отстояли, все? Да. Подожди, а может мы посмотрим? Что посмотрим? Ну это, на землю, на планету. Вот. Планеты, а их сейчас не видно еще. Да? Это надо позже, Кирилл. Игнат Тихонович говорил, что ночью будут вас поднимать. Старшие, запускайте их, чтобы они не напустили мошкары и комаров. Повнимательней. Слава Христу. Забирайте одежду, здесь вся вот одежда чья-то. Володь, тоже проследи за этим. Угу. Обувь все убирайте. Мало ли что, ну, может быть, брось.